Продолжаем экскурсию вокруг замка Нойхаузен. Ну, не знаю правильно. Потом напишу в заголовке правильно все. Вот это вот тыльная сторона. Тут бегают коты и гавкают собаки. Вот, тут одни из ворот. Видимо, вон там вовнутрь я туда заходил. Уже снимал. Там тоже какие-то клетки, какие-то вольеры. Ну да, тут какое-то типа складского помещения. Ну вот стены, только у нас такой шины. Да, отношение к старине не русской. Ну, к русской тоже у нас иногда такое же. Вот, а вот здесь вот я заходил, снимал внутренний двор вот в предыдущем видео. Вот, стены тут такие, конечно, мощные. Чего уж тут хвалить-то? Чевтонский замок. Вот, ну, может, он большой или небольшой, трудно сказать. Все, видимо, не маленькие, в общем. Вот, тут все окружили гаражами. Я тут даже подумал, что задние стенки гаража это и есть стены замка. Так они искусно все заляпали, но нет. Прошел по тропинке и вот все-таки. Ох, тут какая аппаратура. Это еще немецкие станки, не исключено. Вот. Вот замок. Вот они стены. А это вот наши. Наша архитектура производственная. Солнышко вышло. Башенки. Черные коты гуляют. Машины. Кот не боится. Стена такая. Так, тут вот такое пространство, да, и с этой стороны видно что-то. Ладно. Ну, видимо, дальше уже видео снимать смысла нет. Сейчас я посмотрю. Да, там достаточно, наверное, уже ничего интересного нет. Ну, ладно, посмотрим. Сейчас пройдемся. Замок справа от меня, одна, так сказать, из башни. Ну, тут стена, да, она такая достаточно неприглядная и неприметная. Я сейчас его до конца, наверное, обойду. Ну, вот, тем, что этот замок был использован под предприятие, скажем так, видимо, тут раньше какое-то другое было предприятие, ну, стало основой того, что он все-таки каким-то образом сохранился, хотя, конечно, заляпан со всех сторон нашими новоделами, советскими и российскими, и всякими. Вот. Тут такой двор здесь. Ну да, вот он, замок, если пройтись. Вот. Такая вот здесь конструкция. В общем-то, достаточно она, не скажу, что там невзрачная. Ну, замок он такой и был. Стены и бойницы. Может, это не очень смотрится витиевато там по сравнению с какими-то башенками там. Но, тем не менее, такая вот стена здесь такая вот монолитная. Вот это как бы основная часть замка. Ну, а ту сторону я уже на видео снимал. Ну, в общем, вот так вот. Двор здесь вот такой полузапущенный хозяйственный двор. Непонятно чей, как всегда. Со следами. А, да вон самолет летит. Это занимает какой-то Ан. Где же он там? А вон он. Он 12-й, по-моему. Да. Транспортная авиация. Вот это он и гудел. Тут решили устроить полеты всей авиации. Реактивной и винтовой. Боевой.
транспортной. Ну, сейчас немножечко обратно зайду в тот закуток, с которого начал, и там сделаю фотографии. Отдельно сниму этот участок. Так. Надо вообще причесываться перед видео, ну да ладно. Вот тут какие-то вот железные трубы, которые никто не украдет, наверное. Ну вот, засняли замок и двор.